Шпиливили, шпиливили, без встречаемся. Вот так вот. вот вместе. Блять, ну, понимаете? То есть, если бы, допустим, да, вот как бы я переехала в Турцию, мы живем вами вместе, я такая, бля, ребят, у нас вообще ничего нет, типа, вообще как бы, блядь, друг с другом даже не разговариваем, находясь в квартире, так я открыто говорю, что мы просто, ну, у нас просто секс. Мы просто живем вместе и трахаемся. Ну, я не знаю, как это объяснить. Да, без обязательств. Мы не общаемся, да, даже вот так. Она просто живет. Я вообще на самом деле не стремила, потому что...